Я вас всех приветствую, с вами Артур, и это продолжение прохождения The Long Dark. Остановились тут на складе. Куда-то мы сейчас потопаем. Куда потопаем только? Непонятно. Так, волки у нас там на улице бегали вроде. Так, что будет? Что будет, интересно? Я хочу найти вот эту машину, в которой нам оставили подгон. Слушайте, волки отошли. Ой, нет. Слушайте, не отошли опять что-то звуки. А, вон качели. Фальшфейер, 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 вот. Все, мы забрали. Пригодится. Так, температура падает сильно. Нам надо на место крушения топать. Это у нас что такое? Черный камень. А, это вот преступники, да, то что. А нам вот сюда надо с вами. Наверное, также через строение в отрадной долине пойдем. Пока не замерзли. Так, ну пока нам не ставят цели кормить выживших, как бы, больных. Можно сейчас покурить. Он, кстати, да, он крушение места. Прям горит. Прям видно его отсюда хорошо. Сейчас мы туда сходим. Найдем пенициллин, хотел сказать. Этот. Ну, для диабетиков, как он называется-то, господи. Забываю постоянно. Инсулин, вот, инсулин найдем. И нормально. Одна миссия завершится, я думаю. Туда появится еще. Так, ну слушайте, мы быстро доходим. Я думаю, может даже до этого до того дома успеем дойти. Место вот это вот скрытое. Клондайк. Древних реликвий из церкви. Сейчас, кстати, с лука интересно пострелять. А я, кстати, даже просто отпустил. Я же не выпустил стрелу. А, просто натягиваю, понятно. Так, ну за камушек у нас. Это револьвер. Убрать. Ага. Ну давайте уберем пока. А монаха также доставать можем? Нет, не можем. Ну-ка. Быстро. Быстро достать. Отлично. Если чтобы я не растерялся. Так. Слушайте, ну такими темпами мы до вот этого дома сейчас дойдем. И нам смысла не будет тогда оставаться. Вот в этом укрытии. Так, и знаете, что надо попить? И попить. Силы восстановить. Вес сбросить, эту, ну, тяжелый очень сильно. Кстати, вот не знаю, в чем отличие морского от обычного, но морской, видимо, в воде может гореть спокойно. Вон, подзажигаем на всякий случай. А, залагало у нас немножко. Можно побегать с фальшфейером в случае, если волки нападут. Может так, как огнифиг делать его использовать. Тянем. Ну да, слушайте, мы сейчас дойдем быстрее. Камни только эти пройти и все. Волков нет, на удивление, кстати. Может этот день то что? Днем нету, а по ночам выйдут. Ну да, да, сейчас потерпи. Еще немножко мы дойдем. Лавина? Или это землетрясение? Геомагнитные бури явно не похожи на геомагнитные бури. Что-то другое. Дрожь земли. Так обещал ей. С волками. Таких
этих местах, я надеюсь, как бы лед не треснул под нами. Так, тут защита от ветра. И она кончилась очень быстро. А ничего, сейчас отойдем, не переживай. Ничего не чувствую. Сейчас, подожди. Сейчас почувствуешь. И все будет хорошо. Сейчас все будет хорошо, потерпи. Так, а где она, интересно, в горах эта избушка или тут где-то вот прям? Это сирена у меня под окнами. Надеюсь, ничего серьезного. Но это не точно. Так, ну я надеюсь, тут хотя бы пещера на крайняк будет. Уже не говорю про дом. Давайте хотя бы пещеру. Вот погреться можно будет. Еще что за реликвии, мне тоже вот интересно. Не так он, отец, дал этот четки. Вон домик, смотрите. Если в него можно зайти, это будет просто офигенно. Слушай, походу в него можно будет зайти. Маленький такой. Давай, я надеюсь, там дверка есть. О, есть, отлично. Фу, как хорошо. А печка есть? А печки, прикиньте, нету. Как дом греется. Дайте новое местоположение, уклонист. Это что-то какие-то тут кедровые бревенки, которые нам не нужны. Книги, книги. Местные легенды, призрачная олень. Книга, подробно рассказывающая о призрачном существе, которое якобы обитает на местном ферме. Так, измученные суровым зимой, брошенные вдали от цивилизации, жители отрадной долины часто искали приют и утешение в самой природе. Больше всего им нравилось выслеживать легендарного оленя, который, как говорили старожилы, способен открыть истинную, особую истину. Но лишь тому, кто сумеет найти этого зверя. Это откровение, дар таинственного животного или результат безмятежного наблюдения за природой. Теперь этого уже никто не знает. Угу. А мы тем более. Мы вообще приезжие. Шапка. Ботинки. Газетная вырезка. Древность была украдена из церкви в перепутье Томпсон. По словам священника отца Томаса, один щедрый землевладелец подарил ее местному приходу десятилетия назад. Ее стоимость измеряется в немалых деньгах, но наша церковь видит в ней и духовную ценность, признался священник. Тут, наверное, в чемодане лежит. Недоставленное письмо. Синди, как дела, крошка? Денег нет и ничего не светит. Нужно было что-то делать, почти никого не осталось. Не знаю, что будет дальше, но мне очень жаль. Вещица там, наверное, гребня. А, наверху гребня, в пустом подвале. Может, мы сможем обменять ее на путевку отсюда, Сэм. Ага, так вещица еще не здесь. Вот тут она, да? Или тут? А вот это призрачная олень. Это церковная древность. Это вот эти вот черный камень. Короче, круг надо делать будет. Крюк. Так, корм для собак. Это мы не будем кушать. Вот, скушаем крекеры. Нас есть не можем. Ну ладно. Так уж и быть. Так, что у нас тут? Патрон для револьвера есть. Вообще классно. Термобелье. Так, сейчас мы будем, наверное, шмотки рвать. Шмотья много. Так, шмотья много. Ботинки Астрид. Рабочие ботинки. Ну, бросить, короче. Что с ним еще делать-то? Но это мы, наверное, соберем. Как раз погреемся. Так, а тут у нас что? Так, штаны карго.
новые штаны карго, джинсы Астер, это тут джинсы просто. Ну тоже мы их соберем тогда. Тряпки лишними тут не бывают. Так, это шапки. Потрепанная шерсть. Так, ну это носить, а это можно бросить, в принципе. Так, пока сделаем. Так, и, наверное, еще мы попьем. И, наверное, еще попьем. Так, и, наверное, мы... Так, водичка. Так, поубираем, наверное, лишнего, а то мы бегаем очень медленно. Так, фальшфейеров очень много теперь. Мы, наверное, типа выкидываем древки. 10 всего лишь есть, блин. Что обычных фальшфейеров тогда покидаем. А морской что? Морской фи очень яркий и громкий. Они могут испугать даже лесных. А, они просто... Давайте один оставим. Так вот. Мы там заправим наоборот. Это мы заправим. Так, из еды приготовленный. Все выкинем. Так, так, так. Что у нас еще остается-то? Уголька много, да, у нас? Бросить, наверное, штучки 4 бросим. Бросим 2 трута. Спички, в принципе, ничего не весит. Так, вот это вот весит. Мы сейчас бросим тогда. Так, и консервы оставим. Все. В принципе, мы погрелись. Тупавшая звезда, не знаю, там будет холодно или тепло. Давайте, наверное, сохранимся так и пойдем. Очень долго просто будем ждать. Мне вот интересно, сколько обходить придется это место, чтобы забраться наверх. А, ну, в принципе, думаю, немного. На гребень зайти еще там, вот эту старинку, старину, реликвию посмотреть. Думаю, нам времени как раз хватит. Патронов побольше стало, вообще классно. Так, кстати, можно фальшфейерами их отпугивать, а то это патроны тратить нехорошо. Что-то, что-то у нас тут... А, чемоданы валяются с места крушения, потрепанные сорочки всякие. Это круто, конечно, но это нам не надо. Ага, и вот так вот мы сейчас залезем, да, как раз. Так, гребень этот еще не пропустить, главное. Отец Томас, может быть, очень доволен будет потом. Это мы, походу, прям куда-то идем. Только куда? Непонятно. Так, чемоданы. Кстати, в них тоже может быть инсулин. Эту жорка не подойдет. Так, нам, значит, на ту сторону все-таки. Заберемся тут, мне кажется, нет. Нет, нет, не заберемся. Если так мы пойдем. Прям по склонам пошагаем. Я надеюсь, я не улечу отсюда. Если я отсюда улечу, это будет очень печально. Ты, блин, а? Смотри. Походу, мне придется обходить всю гору. Что-то как-то не срастается вот этот путь.
вообще можно ногу вывихнуть. То все прыть бегу. Так. Слушайте, она не сюда случилась, тут какой-то прям. Как будто бы проход, но и не проход. Да, все, тупик. Ай. Припрыгнули немного. Ну, тут только бегать надо, потому что замерзнешь быстрей. Че, прикиньте, мне надо было вот так, оказывается. Там дорога есть. А я тут по скалам хожу. Не, ну тут походу вообще не пройти, да, никак? Не-не, круто очень. Очень круто. Ошибочный ход был. Вот так все-таки проходить надо, это все дело было. Не в ту сторону пошли, так. Предлагаю тогда загрузиться. Покинуть дом. Пойти в эту сторону сразу. Наверное, облокотиться об скалу лучше, да? Поближе. Вот, защита есть от ветра какая-то. Уже хорошо. Экономим время таймскипами. Fast travel, fast save, fast load. Ну, вот, кстати, я думаю, сейчас мы по этой дороге, если пойдем, там волчье сейчас будет. Скорее всего. Допрыгались. Отлично. Аж ногу вывихнул, блин. И не прям так холодно, что ты прям уж прибедняешься. Сейчас нормально все будет. Опять мы через этот лес пёхнем. Ну ладно. А и быстрее. Надеюсь, там есть дом какой-нибудь. Если так будет часто, то точно от холода загнемся быстрее, чем дойдем. Прицелился, кстати, сразу бежал. Зачем нам мосты? Мы можем так реку переходить. Так, все, нам теперь вдоль. Надо было туда вообще идти. Так, лучок. Выпустить стрелу. Кстати, вот интересно было бы с лука пострелить. Я думаю, нам доведется еще. Нам, я думаю, доведется. Так, ну вот эта тропа уже тут. Прям поблизости, судя по возвышению ландшафта.
Питер Пиастри. Там, скорее всего, будет вот этот огонь греть нас. Более-менее пожар. Успеешь нагреться нормально. Ох ты, блин. Я что-то паду. Тут придется заходить теперь. Если получится, конечно. Да, ё-моё, вот зря я так шел. Придется спускаться сейчас. Не чувствую рук. Сила рук. Назаре. Авторские права надеюсь не бахнут. Опа, на волчара. Тут походу бродится третий олень. Поглоданный такой. Сила рук. Ровный бег моей судьбы. Та-та-та-та. И блеск луны в небесах. Так, на заре я вон вижу самолет лежит, горит. Я люблю только напевать на заре громко, потому что получается, как это называется-то, я начинаю скрипеть, как старый какой-то канделябр. Повертеть захотели сразу. Смотрите, волки. О, домик есть, вообще отлично. Все-таки станция перебежки есть здесь. Так, вопрос, я смогу их еще отогнать пистолетом или их слишком много? Нападают волки. Я предлагаю сразу это отбить нападение. Руки дрожат. Волки бежат. Давай, давай, нападай, паскудник. Последний фальшивер, я думаю, кину, нормально будет. Где вы? Я не пойду греться, пока не избавлюсь от них. Гильза. Ножовка. Все. Уходим греться. Так, еще зарядим. Здесь тут есть пули. Съесть. Вон пули лежат, кстати. На полу прямо вообще пофиг. Оружейный патрон. Ё-моё.
хорошо как. Картонные коробки. Жилетка. Не, круче пока, если мы только парку найдем какую-нибудь хорошую. История долины, часть 2. Но это можно прочитать на паузе. Пусть возьмем так, съесть. Так, какой-то ящик у нас есть металлический. Так, мне предлагают 2 часика поспать, наверное, согреюсь. Там утепление получше будет. Темно? Нет, не темно. Отлично. Так, тут сохранимся. Наверное, дойдем до крушения и там закончим. Так, волчи вроде отогнали. Стаю, да? Там 2 волчатины бегало. Позорные. Точка разногласия, да? Багажник с усилием открывать надо. Пустой причем. Шапки там какие-то. Вообще пусто. О, у вас додёр. Зачем? У нас так и все было. Труд. Нет, спасибо, мужик. Тебе, я смотрю, он не помог. Мне он тем более не нужен. Так, ладно. Шутки шутками. А мужика жалко. Так, он там у нас дымок. Дыманище, дымоганище вот это вот. Там будет сейчас ждать-то инсулин как минимум, да? Волки как максимум. Еще Эзекиль там будет валять. Да, Эзекиль или Джерами, вот этот мужик там с костром, который Муфсаил, во. Ты что тут делаешь? Да я странник. Такое ощущение, будто бы это сама, как сказать, душа острова, что ли. Воплощенная, так скажем. Так, тут должно быть тепло. Вот. Нет, нифига, ветер дует. Турбины, деревни, турбина раздолбана, обшивка. Тут тепло. И дай самолет от цыпленок. Ну, слушайте, это я возьму одну газировку. Так, откроем двор. Так, вот мы в салоне. Опа. А, вот до сюда дойти можно? Ничего себе. Вот это мы возьмем повязку. Антисептик не возьмем. Много уже всякого. Еда из самолета, это, конечно, прикольно. Сохранилось хорошо. Учитывая... Да, блин. Сделал дырку в этом пассажирском сиденье. Не, ну... По закону жанра, вот этот инсулин должен вообще лежать в какой-нибудь там... У антибиотики. Должен лежать в самой глубокой там... вон там где-нибудь валяться. Цыпленки, кстати, лежат целая куча. Ай. Ножовка. Короче, не знаю, как вы, я сейчас еды наберусь с самолета и хорошо мне будет. Вон там, да, где-то? Там кто-то вышел, да, типа? Инсулин для Дмитрия. Нам нужно помочь Дмитрию. Мужик замерз опять. Документы Ди Беленч. Диск удостоверения возьмем.
А, нам же тут надо этот. Точно, я забыл. С первого ворона возьмем. Дострел. Так, мы сейчас сможем их скрафтить? Вот интересно. Нет, пока не можем. Пока не можем. Так, надо чемоданы, да, смотреть. Так, у нас сильный перегруз. Да, не нормально. Так, близкие права Лиса. Рубашка поношен, тонкий свитер. Не-не-не. Мужик и... Мужик, наверное. Моррисон. Пустой чемодан вообще. Не, благо тут хотя бы погреться можно. Уже неплохо. Кожаные туфли вообще. Блин, так же вот каждый чемодан придется смотреть. Вообще не весело. Штаны карго, кстати, нормально. Толстый шерстяной свитер, уже неплохо. Шарф, сейчас посмотрим. Так, поношенный тонкий шерстяной свитер, свитер Астрид. Так, толстый свитер носить. Бросим. Так, шапочка Астрид, вот это. Не, шарф все-таки такая же хрень. Так, все понял, что на карган не котируется. У нас свои хорошие. Мужик пустой. Приличный, приличный свитшот. Мне свитшот тут явно не понадобится. Холодно, блин. Так. Потрепанная легкая тужурка. Возьмем для сравнения. Что у нас? Поношен обычная парка. Куртка Астрид. Тужурка. Тужурка фигня. Понял. Так, ну, ходи тут трупы только обсматривай. Обычная, обычная парка. Это вот уже не The Long Dark, а ковыряние в шматье. Набор для шитья, бейсбол. Так, еще мужичок возьмем. Так, может тут у него инсулин в аптечке был? Думаю, вряд ли, конечно, антибиотик, повязка. Повязка. Термобелье. Ветерата, еда. Газировки сейчас бахнем, пока тут ходим. Чё, она просто так лежит. Аптечка первой помощи, ну-ка. Сигнальный пистолет, слушайте, возьмем. Это хорошая штука, очень хорошая. Она, в принципе, фальшфейр тогда зажигает, но нам не понадобится, мы её скинем. Блин, да. Так, начнется ночь, кстати, вот еще девушка лежит какая-то. Ужас. Просто ужас происходит. А мы копаемся в шматье. Ищем трупы. Копаемся в шматье. И, блин, ищем трупы. Чем мы еще занимаемся в этой игре сейчас? Кепочка с носками. Но вот кто берет с собой кепку с носками, блин? В такую погоду. Так.
business. Так, мне кажется, ли там кто-то стонет? Так, ну это Астрид уже зевала. Пассажирский манифест. Так, разорванная бумажка. Слово едва можно разобрать. Авиакомпания Полярный З. Пассажирский манифест. Рейс 7030. Биланджи Чен Ганге. Гуль Джон Леблан Ли. Льюис Моррисон. Рассел Синг. Рой Тен. Возьмем. Да, слушайте, там реально кто-то выжил. Кто-то что-то стонет. Ну мы, конечно же, пошуруем по чемодану. Ой, блин. Хожу, стреляю. Книги. Которые только в топку кидать теперь. Рубашки. Вон там женщина под скамейкой, да, походу, лежит. Но мы ее посмотрим в конце. Нам надо это. Ну, альпинистки там. Носки какие-то были хорошие. Так, носки. Носить. Все отлично, носки хорошие взяли. Сейчас дамочка, потерпите немножко, потерпите. Возьмем еще носки эти. Ну все, тут уже в дело входит сюжет с двух ног. Так, ну носки отремонтировать и нормально будет, я думаю. Так, вот тут прям чемодан подписанный, Дмитрий. Прокиньте. Инсулин, офигеть. Лыжная куртка, ё-моё. Знаете, чем еще будем делать перед выжившим? Чинить вещи. Будем заниматься ремонтом. Человек погибает, а мы куртку ремонтируем. Че, игровые условности? Слушайте, ну эта куртка круче, все, ее носим. Так, ну давай. О боже, господи, вы живы. Походу ноге точно хана. Помогите мне. Я уже здесь, я пришла помочь. Да. Прошу, мне больно. Ну, вот пульс мерить, я не знаю, зачем в таких ситуациях. Пусть это прекратится. Вы пережили крушение, ваш шок. Но я могу вам помочь. Сначала я разду огонь. Все, сейчас у нас будет слишком поздно. Вы потеряли много крови, у вас обморожение. Но все в порядке, все будет в порядке. Я врач, я могу помочь. Пожалуйста, хочу, чтобы это закончилось.
Так, а что тут у нас за намеки? Типа, сейчас ее придется убить? Или можно будет ее спасти? Флешбеки показывают. Интересно. Так, так. Черт подери. Sleep Research Center. Центр Гуд, так говорит доктор Астрид, ты уже получила ее. Я же просил не звонить сюда. Прости, но мне страшно. Я над этим работаю. Стало еще хуже, мне должен что-нибудь сделать. Я делаю все, что могу. Ты обещала помочь. Ты говорила, что у вас есть то, что поможет ей. Я не могу так просто. Нужно попасть в охраняемую зону лаборатории. Я не смогу ничего оттуда вынести. Я должна соблюдать протокол. И Астрид, стало еще хуже. Ты должна что-нибудь сделать. Все давит. Ты понимаешь, это как никто другой. Understand. Да. Найди способ и скорее приезжай сюда. Я все сделаю, как только пойму, что. Я найду способ привести это. Ты обещаешь к Уиллу? Нет, мы уже давно не... Я еще не говорил ему. У нас нет на это времени, Астрид, ты должна это сделать. И поскорей. Ну, это про Маккензи, скорее всего. Хорошо, я все исправлю, обещаю. Я буду там. Боюсь, это произойдет снова, и в этот раз мы потеряем ее. Этого не случится. Поспеши. Да хватит давить, так что давят-то все. Мне жаль. Мне очень жаль. Знаешь, вы чувствуете сильную боль, но я не дам вам здесь умереть. Ну вот это клятва Гиппократу прям. Все как надо. Инсулин и все документы. А что осталось-то? Последний, наверное. Кто еще остался-то? Вопрос. От самолета-то отойти невозможно, сразу холодно. Так, ну я предлагаю, наверное, что нам надо сделать? Давайте посмотрим, цели какие вообще у нас. Найдите документы пассажиров, помогите выжившего из самолета. Еще один труп остался, видимо. Раз у нас 9 из 10 показывает только. Это пустой. Я уже пошел сюда, мало ли, может, тут кто-то замерз. Новая куртеха. Так, ну тут я ничего не вижу, тут надо лампочку доставать. Может, тот, кто замерз, скорее всего. Так, ну аптечка лежит. Антибиотики. Кроват. Интересно, кровать, антибиотики и все. Ни тело, ни дело.
Так, ну давайте я, наверное, возле этой девушки сохранюсь. Уже в следующей серии будем искать вот последнее тело. Потом поможем ей. Ну, как-то так, в общем, поступим. В любом случае, мы далеко от нее не убежим. Ее надо спасать. С помощью силы медицины. Лечебных практик, там, как угодно можно это назвать. Но факт фактом. Вот он плачет от боли. Надо помогать. Так, ну, все, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Всем всего хорошего, наилучшего. Увидимся в следующей серии. Всем пока.